Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 509-е упражнение. Необходимо прочитать стихотворение, определить, как его можно заглавить. Посадим дерево. Затем выписать две формы глаголов будущего времени, простую и сложную, и указать вид глаголов. Простая форма, совершенный вид. Посадим, вырастет, зашуршит, загорится, проснуться. Сложная форма, несовершенный вид. Будут вить, будут светиться, будут шелестеть. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.